Оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка» направлено на предупреждение и пресечение нарушения правил дорожного движения, связанное с управлением тонированными автомобилями, светопропускаемость которых не отвечает установленным требованиям. У нас на территории Дмитровского района проходит операция «Тонировка». Проходит она с 1 по 9 число. На данный момент на 6 число зафиксировано 42 административных нарушения. По сегодняшнему рейду, что касается, мы уже составили 4 административных протокола за превышение светопропускаемости стекол. Светопропускаемость стекол должна быть на автомобиле не менее 70%. Как вы видите, вот пример стоит автомобиль BMW, у него светопропускаемость стекол 15%. Поэтому на данный момент инспектор составляет на него административный протокол, что влечет за собой штраф от 500 до 1000 рублей. Сегодня экипажи с сотрудниками отделения ГИБДД МВД России по Дмитровскому району расположились возле районного дворца культуры «Созвездие». Тонированных машин в городе достаточно, поэтому дефицита в правонарушителях не было. Инспекторы ДПС оперативно останавливали автомобили, где невооруженным глазом видно превышение светопропускаемости стекол. Конечно, знал. А почему не ездить? Да? Потому что так удобно. Комфортно. Комфорт превыше всего. С начала мероприятия инспекторами ГИБДД к административной ответственности было привлечено 9 водителей, из которых один автолюбитель устранил тонировку на месте. Остальным водителям выписано требование на устранение тонировки в течение 10 суток. Водители, не выполнившие требования, будут привлечены к ответственности, которая влечет наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Помните, что управление автомобилем с тонированными стеклами опасно и может стать одной из причин дорожно-транспортного происшествия. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и следовать установленным техническим требованиям к транспортным средствам.